глагол «бывать». Как его использовать? Давайте узнаем. Всем привет! С вами Элен и канал «Изучайте русский с носителем». Бывать означает существовать, обычно с отрицанием. Таких животных в природе не бывает. Бывать означает находиться, навещать, приезжать временами. У нас часто бывают гости. Вы часто бываете в Москве? Бывать означает впадать в определенное состояние временами. Иногда я бываю несдержанной. Игорь бывает жадным. В настоящем времени я бываю. Ты бываешь. Он, она, оно бывает. Вы бываете. Мы бываем. Они бывают. Бывать используется в качестве прощания. Ну, бывайте. Бывай. Устойчивые выражения. Так не бывает. Или так бывает. Как ни в чем не бывало. Идеальных не бывает. Утро добрым не бывает. А бывает и так. Чужой беды не бывает. Денег много не бывает. Случайных встреч не бывает. Пока все. Всем отличного денечка.